Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть. Тиф, Тайф, не знаю, кто он, правильно. В общем, про вора. Давайте продолжить. Для рывка мне так позволяет быстро и тихо преодолевать короткие дистанции. Понятненько. Преодолеем короткую дистанцию. Так, так, так. Совет, открой меню журнала. Что мне вообще надо-то сделать? Идите в убежище, Эрин. He asked me what I thought about the Baron. Yeah. Uh-huh. I said I thought. Что у нас здесь? Опаньки, блин, вот такие вот всякие переулочки, да закоулочки нахрен, искать да выискивать. На жопно. Совет, верхний ярус здания, лучший способ перемещаться незаметно. Понятненько. Так, а как мы? Так-то перестрелять, конечно, их можно. They even closed up that carnival. Shame. The only things under Raker's Durham ditch are the bones of jackals like you. Dandy Durham's rotting under a sackcloth and lie in a gloom pit. Who's the sideshow now? Ё-моё. То ли перестрелять мне их, проманьячить. The blossoms is under Raker's ditch. Prettiest girls on. A noise! Gods! Hey! Halt where you are! I'll find the friggin' huh? Bastard! You can. Stop right there! Блин. Тихо-тихо. Leave me. I'll die eventually. Как мне сбежать-то тут? I saw someone in the shadows. Help! Тихо-тихо. Я вам дам help. Maybe death would be a favor. Ага. Take what you will, just... Куда? Так, 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 так. Интересно, тебя куда это я попадаю? Блин. Блин, я вообще не туда. Охренеть.
Могли бы и предупредить. Да мне не туда надо. Блин. Ой-ой-ой-ой. Ну, знать теперь будем, что там два входа. Так. Ну давай-ка сюда. Опаньки. Сейчас мы зайдем, узнаем, что там. Он не мертв. Он не мертв, а вырублен. Не надо тут. Так. Кит за раздела, что ли? Таксидермит, что ли? Или кто? Опа. Дневник я не могу это сделать, я не могу о ней не думать. Залитый слезами дневник. Так. Ищем. Что-то все в одной стороне, что ли? Ты-то хоть другой, нет? Вот так. Еда. Нет места. Появилась. Так, минутку. Давай. Хапаем. Открываем. Hope it's not the gloom. Опаньки. Вот так вот, по идее. Сюда? Сейчас мы захренакаем его. Ага, там как-то пройти к нему можно. Ой-ой-ой-ой-ой.
Это серьезно это. Вот и все, давайте посмотрим, что здесь. Охотничья стрела. Ага. Вот так вот. Смотрим. Давай, давай, давай. Ой, да заткнитесь вы. Я даже знаю, вот это поди есть для этого охотничья стрела. Только надо посмотреть. Может быть, кстати, и тупой стрелой тоже можно это сбить замочек. Сейчас посмотрим. Так. Вот так. Так, пол дела то сделал. Ага, вот. На. Не понял. Same nightmares every night. Блин, вот это вот. Давай, тут мы уже поняли, что никого нету в этой хате. Давай. Вот сюда. Same nightmares every night. Same nightmares. What? I swear I saw someone. На, на. Вот так. Все, всех вроде. Так, у тебя ничего нету, понятно. Открываем. Его. Вот так вот. Охотничья стрела. Открываем. Блин, блинский.
Так. Все, блин. Стою, дыхание затая. Наконец выходишь ты, девочка моя. Так, заманить и развести 3. А, да, что-то вот такая хрень какая-то была. Таблички собирать в этих, среди этих. Так, у меня какой-то трофей, подождите. Цветок вечности, брошь. Ага. Вас-то взять нечего, да? Давай, конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Если вы не в бою, вы можете спрятаться в шкаф, чтобы сохранить данные прохождения игры. А, вот, это типа сохранялки, что ли? Совет, ковры, некоторые другие покрытия приглушают шум шагов. There's an old mill in Riverside that Aaron used to call home. I should go take a look inside. Давайте включим карту. Ага, тут можно побегать от них. Понятненько. Так, берем, берем. Все. See what happened. Hello, somebody here? Так. А? Денежки, денежки, денежки давай. Ну ладно, от охранников мы избавились. What you going to do that for? He can't pay us if he's dead. Relax. He wasn't good for it anyway. I just. Да хрен стал. Stop! No. I'm spent. На. Что заберем? Такс. Вообще, что вы здесь делали? Ага.
Понятненько. Других-то вариантов тут нету, да? Подождите, вон наверху же есть что-то. Или это не по мою честь? Да нет, по мою, само то. Так. А где тут что залезть-то можно? Куда забраться? Вот теперь ты точно знаешь, что по мою, там даже сигнализация стоит. Так. На. Давай, давай. Зачем я здесь? Из двери не выходит. Не понимаю. Ладно. Вот сигнализация стоит. Все, берем. Так. Где, где, где? Здесь что у нас? Серьги, да? Не-не-не-не-не, наоборот, открой, открой, пусть оно открыто будет. Чтобы знать, вот я здесь был. Так, теперь минутку. Нужны какие-то кусачки или тому подобное, чтобы вот такие вот штуки. Да? Ладно. Нужны кусачки, вот я что и говорил. Давайте посмотрим, что здесь. Да ни хрена, что такого-то и особого и нету.
Все. Небольшие пробежки. Вот это точно я знаю, каким-то хреном вот здесь вот надо. Блин, даже не знаю, глаза разбегаются. Вроде второй ярус, там все вот это. Все, открываем, смотрим. Да. Так, что там? Сейчас придем. Опа. Так, тут переход на другую локацию, что ли? А нам туда надо пока? Пока не надо. Стражники. Давай, где тут? Вот. Диадема или что-то в этом роде. Все это мелочи. Так. Блин, вот такое барахло вообще. Собирать, кроме меня. Не туда. Пардоньте. Окей, я и там через то же окно мог так же залезть. Так, локацию просто прошел насквозь. Водяные стрелы позволяют тушить открытый огонь. Например, факела. Это да. Давай. Опс. Это новые законы и Ивы. В этот темный долгий час гражданства. Так, слушайте стражников. Ну, конечно, их нахрен только и слушаться. Совсем глупцов надо быть. Выходим.
блин. Давай. Так-то ни хрена, так понатыкали вот этих домиков. Да по всей карте. Да уйди. Я реально сюда лез ради вот этой штуки. Нахрен. Только по большим домам. Солидным. Хотя хрен его знает, где что найдешь. Вон, видите, там еще свет из окна. Вон. Ладно. На. Спасибо. Так, а чё он? Бунк. А зачем я вообще это делаю? Я понятия не имею. Моя маньячная натура этого просит. Вух, куда мне надо? Наверное, сюда и отправят меня. Где он там с факелом? Как далеко ходит? Забираем. Забираем. I'll take this. Ну, трофей. Ну, вон он уходит. Who's that moving about? Идешь или нет?
Ой, да хотя хрен на них вообще. Так, здесь-то я пока что себе все расчистил. Вон они. Лежат супчики. Подождите, вот еще. Забираю, забираю. Good find. Канале, да? По канале так кто бы лазил? Вот и я, видимо, и лазил. Ну ладно, иду пока куда меня ведут, туда иду. Бывает полезно знать предел своих возможностей. Мы знаем. У нас предела нет. У нас беспредел. Войдите в убежище Эрин. О, мы хотим войти в саму Эрин. Ага. Что, все уже все покрадено? This switch is practically invisible. I should keep an eye out for these. Почти невидимый, да я его сразу заметил. Aaron once told me she trapped the place to stop unwelcome visitors. I'll need to step lightly. Ага. А пошел бы по лестнице, оба и лоханулся, да? Это убежище или нет? You've never been here before, have you? Не бывал. Aaron? Были какие-то воспоминания? What's the matter, Garrett? Did I finally get the drop on you? Wrong way. Погибла. Иди за мной к истине. Пойдем. I watched you. I wanted to be you. Ага. We're so alike. Why did I even try?
The world already has a Garrett. Ну давай. What do you want from me? Укради ключ от истины. То, что осталось дома до того, как я стала Эрин. А как ты померла-то? Вроде не видел, как ты помирала. Start looking. I'll tell you when you're close. You're close. A little further. No! Да не может быть, чтоб я тебя убил. It's almost as if Aaron wanted me to find someone. Мне кажется, Эрин хотела так. Я не могу уйти отсюда просто так. What is this? And why did Aaron have it? Медальон. Выйдите из убежища. Так. О. И где-то я окажусь. Вообще, так в теории-то можно было и посюда, нет? Ну, хотя бы. Ничего такого не было. Давай. Конечно, да. Блин, покупать надо, поди, эти бритвы всякие и... Усачки. Ну, одного только интересно здесь покупать. Или еще здесь торговцы. Не, чтобы как в Ассасине сделали бы нескольких торговцев. Было бы полегче. Onto the House of Blossoms. Дом цветов ждет. It's marked by red lights, so I find those lights, I find the brothel. Найдите дом цветов. А, мне и найти это надо. Подождите, а я здесь был. Твою мать. А чё вы лежите? Спите. Так, все, проспите. У торговца рыбой подтянули. Famine's getting worse. I've six mouths. Я седой уже. Жена кого-то пилит. Мне еще и, я еще и удачно так приземлюсь. The entrance to the House of Blossoms must be nearby. Huh?
На. Вот так. Зачем я это сделал, пока не знаю. Ну, просто. Охраняют. Come on, ladies. 10 minutes. That's all I'm after. You've been blacklisted from the House of Blossoms, Lord. Well, it's not Lord anymore, is it? Blacklisted? I don't... For how long? Till you get moneyed again, Edmund. I'm sure there's a cheap pinch cock in your ass to put up with your behavior. You're enjoying this far too much, girl. No, Edmund. We're enjoying it just enough. Ого. На. Давай посмотрим. Ага. Где что открылось? Ну ладно. Блин, с вами. Идет сохранение. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, жду. Я вырвал кольцо, которое хотел Басса из пальца самого ловца воров. Ищейки барона, но я не получил ответов. Сначала Басса заявил, что меня не было целый год, а королева нищих сказала, что я спал с тех пор, как ее попрошайки меня нашли. Почему я ничего не помню? Может, у меня мрак, о котором все твердят? Не держите тетиву лука, натянута слишком долго, ваши руки устанут и меткость пропадет. Найдите вход в бордель. I came for the House of Blossoms. If you thugs mean to waylay me... Madam Zhao Zhao awaits you at the house, sir. I'm to escort you personally. If you'll just follow me. This strutting rooster is being led right to the house. How would it find us? Подожди, блин. Что ты мне сделал? А их сразу двое. Хоп. Так. Будем искать.
Так. Концентрация. А нужна ли она мне так сильно прямо? Давайте возьмем, что есть. Блин, блинский. Ну, сразу да и зажарил, кстати. А это о чем-то договорит. Ну-ка давай посмотрим, что здесь закрыто. Помогать преодолевать эту хрустящую штуку. На. Вот так. Все. Почему я не могу стрелу забрать обратно? Ага, вот я должен был с ними сражаться, вот еда оставлена. Понятненько. Я должен был, получается, отсюда вот сюда проникнуть, того поджарить. Все понятно. Ну-ка давайте-ка попробуем, конечно, если я, конечно, не сохранился. Нет, я сохранился, смотрите-ка, все. Ну ладно. You can smell the river from here. На.
Падла. Ладно. Так. Взял. Нет места, тоже еда. Так, смотрим. I might be dressed in leather, but I don't think I'll pass as the cabaret act for the evening. I'll have to sneak inside. Huh? There's movement. На. На. Вот так. Это факел выгасить еще. Так. Подожди, я погляжу только, что здесь. Ага, бежать надо. Оттуда. Вот так. Я думал, проход в другую локацию, думал, уже ни хрена себе. Chambers would be a madam, good place to start. Madam. If I don't spoil the mood here, I can fill my pockets too. Вот так вот, блин, нажрутся, натрахаются, потом спать. I think I spotted my cousin here. The mask is an improvement. You're so cruel. Tell me about your cousin. Нет места уже? Что, наворовался так, что и места нет?
first time, sir. What a delight. What? How do you know? Откуда ты знаешь, я же в маске. Face I was watching, sir. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не заметил даже. С тобой драться я не хочу. Я хочу тебя и так без палева вырубить. Rats everywhere. Hey. Ah! Ah! Stop there, Lifter! No. Так. Ладно. Ну-ка, кстати. Пусть пошел вниз. What is it this time? Мимо. Вот так вот. Всё, компенсация получена с тебя. То ли мне здоровье поправить. Давайте поправлю все-таки здоровье. Вынудили меня. А как отсюда выйти? Мне надо наверх. Хорошо. Гребаная птица. Так, что это? Список созвездий. Корабельный фон... Ага, какой-то, смотрите. Так, понятненько. Thank you.
not feeling all that well. Так. How will I explain these marks? You scratched me. Say you went on a hunting trip and were savaged by a wild animal. A hunting trip to Riverside? Вот так. Лежи. I've said too much. The drinks are spiked, aren't they? Why don't we share another? Just to be sure. Так. Мне до вас дела нет. I wish they wouldn't hang paws on the bridge. Ну и дальше у вас дело тоже не пойдет. I can give you a rope. Я так отхлестаю, что он вернется. And what would one need to give in return? Так, бояться мне теперь здесь никого. Так. Да. Бордель. Ага. Ну-ка, давай вот эту пригасим. Так. Читаем журнал. Дом цветов подтверждает, что клиент Бенедикт Койл забронировал сейф с садом Сяо-сяо. Мистер Койл оплатил переминальный взнос и получил единственную копию временного шифра. Потеря этой комбинации приведет к утрате всех находящихся внутри ценностей. С этим документом ознакомлен подписчик. Сяо-сяо, значит, да? Так, а я как понимаю, здесь можно было перепрыгнуть или как? Или как-то. Ага, вон он, перелезть. Сначала здесь. Все. Да, не густо. Зато сундук он какой. Something strange is going on. Чудный пьедестал, который она нашла в тайном коридоре, по-прежнему ставит меня в тупик. На него что-то надо водрузить, но что? И что означают таинственные символы на стенах? Я начитан лучше многих, но никогда не видел ничего такого. Я не хочу спрашивать эту кислую воблу Истрика. Он и так слишком много видел. Вообще, мой шепчущий коридор стал проклятием. Мне порой кажется, что его надо было замуровать. Но я понимаю, что это блажь. Я много раз слышала, как эти свиноподобные аристократы пищат в своих сокровенных тайнах, но я сама далека от разгадки настоящей тайны этого дома. Когда-нибудь она мне даже придется. Понятно. I'll find this hidden passage Zhao Zhao mentioned for myself. It must be in here. Да. Что я там могу разглядеть-то? Помню, там разглядываю. Нужны кусачки. А я где он кусачки-то возьму?
Тихо. Тихо. Уехали они. Опа, тайная комната. Получается, мне нужны кусачки, чтобы какие-то миссии проходить, потом возвращаться. А это мы не любим. В Бэтмене такая хрень была. Найдите таинственный подиум. Так, если он таинственный, значит, здесь не должно быть охраны. Так. Привет, красавица. Мадам говорит. Ролики, не трогай меня. Опа. Она его зарезала. Опаньки, минутку. Так. Смотрим, здесь какая история. Are you gonna do more than just walk in front of me? Ты так и будешь расхаживать передо мной? Может, потрогаешь немного? Ну давайте посмотрим. Just a wee bit harder next time. Just a bit. I kind of like that. Oh, now I've lost you again. Where have you gone? Pinch my nipples a bit, would you? Да, вот чем они занимаются, богачи. That was nice, love. Give it to me harder. Just a little harder. Oh, come on. Give me all you've got. Give me all you've got. Come on. You can do better than that, my love. Ah. Oh, harder. Come on. Будем смотреть. You Давайте. Want more? Yes. More. Give it to me. Oh. Oh. One more. Oh. One more. Oh. You are beautiful. Ни хрена себе игрунь. Give it to me harder. Just a little harder. Uh-huh. Oh, come on. Give me all you've got. Give me all you've got. Come on. You can do better than that, my love. Ah. Oh. Oh. Harder. Come on. You want more? Yes. More. Give it to me. Oh. Oh. One more. Oh. One more. Oh. Кто не вообще до конца досматривал это? Есть там нет окончания? С ноги даем. Ты, наверное, бутончик мой. No, I don't like to wait. Man as important as I in the Baron's service will always insist on. Требую совершенства во всем. Why you always pick me? Oh, Master Eastwick, you do know how to make a girl feel wonderful. Don't try to listen. Баланс администрации за чертежи трубного. Давай, это. One more. I need a soft hand to smooth out the knots. My wife has fingers like
Ooh, a new building, Master Eastwick. Tell me, which one is your finest? Ну, давай, пристраивайся сзади-то. As my master commands, I'm all ears. Ну давай. Что, все что ли? Так, я точно знаю, что где-то здесь. Так. Хочу кое-что прояснить. Блин, ни хрена не так. Ну-ка. The podium Jaja mentioned in her journal. Вот подиум. This is older than the House of Blossoms. Вставляем. Ага. Ну-ка, подождите. I know this bird scratch. It's one of the markings on the medallion. Один из знаков. Must be more. Где остальные? Ну вот. Прекрасно. Вот, смотрите, любуйтесь. Это вот электрический свет, что ли? О, еще надо. Они будут. Are you gonna do more than just walk in front of me? Maybe a little touch. Oh, hello. Oh. Walk a bit harder next time. I just. Lilac, I think you do it on purpose. What? Him. No, I don't like to wait. Man as important as I in the Baron's service will always insist on. Идем. Так, какой у меня там рисунок-то создается? Хищник, оппортунист, не знаю, что такое, фантом. Так.
Документы, глава 3. Вот, кстати, по дневнику-то список созвездий. Вот надо было коды-то подбирать там нахрен просто, да и все. Корабельный фонарь, негодяй, ключ, семенная корона, всадник, зимний дуб. Ну, надо было подобрать там. Ну ладно, потом может быть. Так, нет, глава 3. Да, пролог. Он, это что такое? Заказы от Эктора. Ограбление банка, газеты. Так. Ну давай. Now to align the symbols. Теперь надо их расположить. Ну давай. Вставляем. Ну так. Исследуйте руины. This has gone forgotten for a long time. History lasts day to day in this city, and it keeps its secrets close. We have that much in common. У нас это общее. Давай, убирай балку. Must be some way to disable these ancient traps. Деактивировали. Нету ничего. Большой дом, даже сами не знаю, что там в нем понапрятано. Так, минутку, надо сообщение отправить. Продолжаем. А, подождите, перед тем как туда спускаться. Ага. А, подождите, мы туда спустимся.
Нет. Так, чего-то не хватает. Какой-то знак. Ну-ка. Блин, маленько запутался тут. Нет, ни хрена не так. Откроем все-таки на. Я боюсь, что самое главное, что не могу пропустить. Это резная фигурка, найденная в тайных коридорах под городом. Кажется, она кажется вам на удивление знакомой. И с ключом каким-то. Ну вот. Какую-то фигурку взял. Она дана мне была. Думал, может, что-то там так. Серьезно. Ладно. Здесь у нас ничего нету. Сохраняемся. Поджигать мне тоже нечего. Это был не человек. Так. Ладно, давайте сначала там спустимся. Посмотрим. С кем-то драться надо. Так, Орион сказал, что я найду книгу, а не целую библиотеку. Здесь, наверное, сотни книг. Найди книгу в библиотеке. А мне надо вот ее ронять вообще?
Я так уверен, ее надо было на голову кому-то ронять. Нет, тогда получается, мы ее ронять не будем, раз она полный проламывал. То и ронять ее не надо. Так, еще раз вниз глянем. Сюда. Если я отсюда спущусь, я сюда смогу подняться потом? Неизвестно. Поэтому перед тем, как отсюда спрыгивать, надо сначала посмотреть, смогу ли я сюда подняться. Походу дела нет, это разовая акция. Ладно. Тогда давайте так, я сохранюсь перед тем, как туда пойду. Сохранить. Вот здесь вот и сохраню. Так. Ага, здесь-то я смогу выйти. Ладно. По порядку. Блин, я где карта у меня? Ни хрена. Миссия-то невыполнима будет. Так. Мне еще где-то тут со зверем биться надо, да, я понимаю.
Давай. Вот она. Получено очко навыка. Ну вот понятно, ладно. Помню. Так. Я сюда из-за этого, что ли, шел? Это место я найду целую башню. Твою мать, так я вот и был. Просто я по другому пути пошел. Блин, идиотизма какая-то. Ни хрена непонятно. Но тот, кто вот эти башни делал, явно видно, что человек старался. Well, it's an easy enough jump, but how to make a path up there. Прыжок-то не сложный, но как попасть наверх? Так.
А вот так вот. Подожди. Маленько неправильно где-то что-то. Так. Если я отсюда уберу, я отсюда вообще не вылезу, да? Так. Первую мы не трогаем, тогда получается. Ну-ка. Так. Что-то я понять не могу. Так. Это вот точно вот так. Давай, думай, голова, шапку куплю. Давай. Вот так.
Так, и там это чудовище еще ускакало. Сохраню, блин, я что-то очку с этим. Монстром-то. А где у тебя-то поворотная? Educated guess. This is the book I came for. But to steal it, I'll have to release it. Так. Демон, да, может быть? Забираем книгу. Альдус, Корнелиус, ключи. Новый трофей. Древняя книга, подобранная в забытом затопленном библиотеке под домом цветов. Эту ночь под городом я провел. Так, минутку. Перед тем, как бежать. Вопрос в том, кто открыл дверь. Понятно. Ну,
Good luck searching in the dark. Ой. Так бы завалил бы вас. Ну ладно, оставлю вас. Может, с монстром хоть повидаетесь, который здесь бродит и обитает. Как вообще сюда попали? Ни хрена не так, да? Блин. А ведь все так было. Все так. Блин. Да, сюда. How the shit did that happen? Да почему, блин, ты как? Он же, блин, уходит как-то. Так вот, значит, почему как этот туннель-то надо было проходить. Туда по низу, обратно поверху, в режиме стелс. Вот так вот. У меня, кстати, там денежка даже есть. На. На. Ладно. Он спиной ко мне. На. На. Блин. Так. Падла.
Блин. Точно Бэтмен нахрен, что какой-то плащ у него. Почему черный? Синий возьми. Опа, куда-то ушел. Накажи меня, мамуля. Блин, я понял, куда. Нога болит. What's the matter, General? Генерал, в чем дело? Mommy, a little too much for you. Never speak of my mother like that again, you little whore. Get over here. What's going on here, General? No! That's it. Бери свой черный налог, и он из моего дома. Get out of my house. Touch her again, and I'll cut your balls off. Don't test me on this. Так. You. Ты. Filthy rat. Вонючая крыса. I'm gonna kill. Девушка, надо быть нежнее. А вот хрен тебе. Пожалеешь. Может быть. Готово. Ценных трофеев 2 добычи найдено. Так. Карманные кражи. Почему одно-то? Взломанные замки, оглушение, подозрение вызвано, обнаружение убийств. Оглушение сверху 5 из 5, а надо что? Ладно. Продолжим. Хотя не забудьте, код вскрывать можно, повторять. Я просто не знаю, что там в замке было. Но опять же, кусачки надо, чтобы это... обезвредить, мало ли. Уникальная добыча. Трофеи клиентов. Так, добыча из банка. Это одна из двух. Одну тогда не взять, как было. Так. Здесь у меня чего? О, таблички. Ну, еще можно даже пособирать. Не будем пропускать, смотрим. Что у нас? Да, послание пришло. Genevieve. Мертвая птица, да? Кто-то есть здесь? Басо. Идите промова Бурика или кто там. Да, идем. Совет у Баса часто бывают дополнительные задания. Заглядывайте к нему, чтобы узнать, что он для вас приготовил.
Ну, только что он отнял птичка, по-моему, это его дохлый был, который рядом с ним был всегда. Будь готов к скрытым ловушкам, избегайте их и обезвреживайте с помощью кусачек. А где взять эти кусачки? Я бы ема. Подглядывать замочные скважины бывает. Так, ты признан виновным в подстрекательстве и сговоре с озаренными. Последние слова. Да пошли вы. Я не виновен. Умоляю. Железный тиран убивает нас. Это лишь слава правосудия. Да хрен это там. А мы тебе не верим. Ну ладно, вздернули уже. Мы ничем ему помочь не можем. Туда лез. Давай, смогу. Я успею. Да я вас вырубаю только, чё вы? Guards! I saw someone! He's in the shadows! Да идите в жопу. Да. Так. Куда он ее спрятал? Что ты делаешь, Гаррет? Книга, которую ты для меня нашел, она пропала. А этот-то что, кто такой? Где Бассо? Его утащил ловец воронов вместе с каким-то из моих озаренных. Он забрал ее. Как я не думал, что барон это сделал. Ты говоришь, что моего другана избили и арестовали? Из-за той книги? Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней скрыт ключ к спасению города, спасению всех нас от этого мрака. Но я знаю, что барон ее использует не во благо, и теперь она у него. Бассо знал, что эта книга очень важна. К счастью для тебя, она еще здесь. Бассо не дурак. Книга. То еще чтиво похоже. Куда они утащили Бассо? Крепость. Но ее хранят просто в дверь. Не войти. Это хорошо. Не люблю двери. Это невозможно. Это самое то для меня. Однако, есть один вариант. Продолжай. Джейкоб. Он свой, предан делу, хотел убить барона ударом в сердце и поэтому долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джекоба? Увы, барон посадил его в Грейстоун. В назидание всем. Его пытают, но он жив. Бери книгу. Вору книга нахрен не нужна. Я найду моего скупщика, а потом вытащу твоих озаренных. Мы с тобой во многом схожи, Гаррет. Гаррет, тень. Ты несешь перемены.
Когда-нибудь люди скажут тебе спасибо. Ну, это будет еще не скоро. И у тебя очень большое горе. Ты плохо знаешь людей. Let's see if Orion's man Jacob knows anything. I'll find him at Greystone Plaza. Измена. Так. Найдите Грейстон. Need to stock up. Сначала к тебе. У меня есть товары для темных дел. Вот поэтому я к тебе и пришел. Утепленная рубашка. Хорошо надевать под одежду, чтобы утеплен хрон. Так, небольшая подборка бумаг. С черного рынка, содержащие адреса, явки, дельцов подпольного рынка, нелегальных товаров. Ну давай. Наворовал немножко, могу себе позволить. Это, кстати, можно потом снижать цену мака на 25%. О, бритва. И кусачки наконец-то нахрен. Ладно. Кусачки, блин, были бы раньше, у меня кусачки. Ладно. Идем. Блин, что там? Далеко идти-то? По времени. Падение с большой высоты может быть смертельным. Ищите безопасные способы спуститься вниз. Так этим я только занимаюсь. You won't get me too. I'll find you. There's someone on the ground. Stay sharp. He's likely in the shadows. I beg you, spare me. I have a family. There he is. I'll back you up. Где вы? I know you're here somewhere. Back to starvation. Won't get away. It's no use. He's not there anymore. No doubt the friggin' lifters moved on. На. Вот так можно всех вырубать. Гагашеньки. На. Так. Ладно. Идем, куда ты меня тащишь? Все. Ухожу через локацию. Только, блин, не по туда пошел, правда. I hear voices in the dark. I hear the call of the crows. What did they do?
Да. Друг в беде. Идем спасать его. Я украл старую книгу из Дома цветов для человека по имени Орион. Его еще называют Глаз народа. Он считает, что он может спасти город. Я не уверен, что этот город стоит спасать. Но люди тянутся к Ориону, даже Баса. И число его последователей озаренных растет. Особого выбора нет. Кругом барон, голод и земли мрака. И эпидемия мрака. Теперь к Джекобу. Много паникеров. Джекоб уже ничего не расскажет. But I am close to Eastwick. Но я уже рядом с домом Иствика, архитектора. Если кто-то знает, как попасть в крепость, так это тот, кто построил. Так, ну смотрите, здесь и дальше можно пройти. Я уверен, не просто так. Ух ты, обычное дело, да? Баса, я очень надеюсь, что крепость действительно нерушима. Какими-то окольными путями я иду. Ладно. Давай. Eastwick City House. No one ever called his work subtle. Да. Seems I'm not the only one making a house call. Не единственный посетитель. Проникните в дом. Сэр, надо привлечь внимание, да? Или перестрелять их просто? Так, а где он это? А, нет, не так, смотрите-ка. Понял, это просто на время нейтрализует. Я думал, усыпляет. Yard is secure. На. Вроде нормально справился.
Так. Все, заходим. Так, ладно. Let's move, my coral. I've looked everywhere. There's no sign of the bastard. Опа. People shouldn't keep secrets in. Секреты нельзя хранить в домах. В домах или как? A man with much to hide. If the situation was different, I'd take the time to enjoy this. Ну вот, в иных обстоятельствах было бы все по-другому. Смотрим. Tilly, she's a corker. Nice guy. Hey. You knew it, this? I'm coming for you! Huh? If I don't find him, I might be next. That cabinet, perfect for his kind. Looked every place, there's nobody here. Боже, ты дурачок. Мужичок. Hairy frigging bells. I don't like this. Идем обратно. Взять? Нет места. Отключаем сигнализацию. Даже не знаю, куда она вела. Ладно. Там крик, это на улице, наверное. Я найду тебя. Хорошо. Конечно, ищи. Сойдет. Хороший поисковик. Так, а теперь подождите.
Так. Порох какой-то. Так. Ресурсы. Берем, все берем. Не, мы же берем. Ты что, закрыто? Theodore, as if he was a common thief. What? I spotted someone. Hey. No. Вот так. Открываем. Заберем. Так. Theodore Eastwick, servant of the Lion. By order of the Baron himself, Elias Northcrest, you are to present yourself to his watch. No sense waiting out here with the gate crashers. Getting into the study needs a lighter touch. Come willingly. Так, а что у меня? Прогресс, ресурсы. Метательный снаряд. А это мне цели нужны. А, поднимитесь в кабинет. Мне надо кабинет архитектора. Поджечь можно было.
Блин, это архитектор-то сам себе настроил, то хрен пойми чего. Итак. Что он тут понастроил-то сам? Сюда-сюда. Так. Так я и так тут уже был. Так, ладно, кабинет должен находиться на втором этаже. Вот здесь, может быть. О! I said I've often seen the master enter here, but found it empty when I came. I saw someone. No. No. I don't have much, but it's yours. Так. Что вы тут искали? Вниз. А нам вниз надо хотя бы. Нет. Нам сюда и не надо было. Нам надо наверх, значит. Грёбаные стражники все эти. Что он тут делает наверху? Любуется на то, как рушатся монументы? Мне нужны чертежи. Давай, давай. Что-то у него домик-то, дворец прямо какой-то. Это объясняет его нежелание сотрудничать. Сначала Корнелиус, теперь Иствик. Кажется, быть помощником барона вредно для здоровья. Так или иначе, он был обречен. Служитель льва. Понять не могу, где. Так, зайти я зашел. Они, наверное, наверху сейчас. Ладно. Сейчас посмотрим. Откуда вот только они могут выйти?
Eastwick, release this door! Откройте дверь, ага, вон. А, он повешен. Вот так. Вот чертеж. Весь город показан. Найти план крепости в кабинете. Решить головоломку диорамы. Крепость, самая интересная часть этой дорогой игрушки. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, пока оно не рухнуло. Окно, окно. Ну, давайте смотреть. If we don't get a shieldsman to smash this door in, we'll be here all night. Тут много окон. Так или не так? Вот так. Theodore Eastwick, servant of the Lion, by order of the Baron himself, Elias Northcrest, you are to present yourself to his watch. Подождите, надо забрать чертежи. Don't move! Don't even! Господи, он с щитом. Чернорукий. Давай. Вот ничи. Попадос. Сваливаем. Мама, не горюй. Господи. Стражники охренели так же, как и я, когда я на стол залез. Это отверстие в основном крепости, это порот, вот или вытяжки канала. Идти через него, значит, у меня будет преимущество. А это что? Должно быть сейф барона. Говорят, он больше дома набит драгоценностями. Мы это исправим. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока.